Власти Китая закрыли музей с фальшивыми экспонатами в провинции Хэбэй. В частности, на одном из экспонатов, который представлен в музее как ваза династии Цинь, нарисованы мультяшные персонажи. Подпись легендарного императора Хуанди на некоторых экспонатах содержит иероглифы современного упрощенного китайского языка, введенного в обращение лишь в 1940 году, тогда как эпоху правления императора относят к 26 веку до нашей эры. Музей в деревне Эрлу был открыт в 2010 году. На его строительство ушло 3 года и 88 миллионов долларов. По словам местных жителей, куратор музея скупал все подряд. Представитель музея отметил, что многие экспонаты не были проверены экспертами, так как музей терпел убытки. Когда же музей возобновит работу, он не сообщил.